Всем привет! Сейчас у нас вот такой вот шоколад. Его подарили. Подарили не мне, но я буду делать на него обзор. Ну, кстати, это шоколад с Якутии. Даже, по-моему, с Якутской, но я потом прочитаю. Ну, видите, называется Саридана. Ну, это как Аленка, только это Саридана. Вот. Так, давайте почитаем, где его производят. Делают в Якутске. Кстати, я никогда бы не подумал, что в Якутске растут какао-бобы и делают шоколад. Но я думаю, что это из перевозного все-таки, наверное, шоколада. Может, хотя выращивают в теплицах, я не знаю. Но давайте открывать и пробовать. Не, конечно, если там именно шоколад выращивают в теплицах, это очень круто. Но мне кажется, какао-бобы – это деревья и что-то это было. Вообще прям надо... якутскую аленку. Так, ну это скотчем она обмотана встречем не в магазине, это обмотана она когда везли. Так, ну вообще сама коробочка, смотрите, она деревянная. Это как бы, ну не знаю, ну такая легко открываемая, просто обычный картон. Я не знаю, хорошо это или плохо. По мне так нормально, потому что он легко открывается. И вот эти всякие пластиковые открывашки я не очень люблю, а вот такие нормально. Так, ну давайте. Снимаем. Ну, по факту это просто картонка, туда убран шоколад, и он сделан в пакетик. Вот. Сарадана. Сарадана. Так, вот, вот так выглядит шоколадка. Кстати, поломана немножко уже. Кстати, ну, наверное, нажали где-то. Вот такие здесь узорчики красивые. Так, ну, я говорил про бумагу, да, но в итоге оказался полиэтилен. Ну, полиэтилен так полиэтилен. Так, давайте открывать, смотреть и пробовать. Ну, сразу видно, что шоколад как будто бы ручной работы, но он такой, ну, не видно, что прям, знаете, так как производство гонит и гонит. Давайте сейчас понюхаем. Ну, пахнет темным шоколадом. Ну, вот обыкновенным, но обычный темный шоколад. Не сладкий, но он не такой сладкий, как другие шоколадки. Почему-то кислит. Вот когда только его начинаешь сверху есть, он какой-то кисленький такой. Здесь шоколад из ароматных какао-бобов с якутскими ягодами по принципу бинтубар. Я не знаю, что это по-буржуйски написано, я не знаю, как это переводится. Использует только какао-бобы, какао-масло, вкусные и полезные ягоды. Состав: какао-бобы, сахар, сухое цельное молоко, натуральное какао-масло, брусника и ванилин. А, здесь просто брусника. Это они, наверное, каким-то брусничным соком покрыты или чем-то таким. Не, ну вкусненько. Просто я почему-то, знаете, представлял, что если якутский, что, ну, в Якутии же там могут и кровь пить спокойно животных, и там что-то такое, короче, есть. Я вот думал, не добавлено ли что-то из мясного. Вот, но так вообще вкусно, брусника чувствуется, вообще прикольно. Ну, мне понравилось. Спасибо вам за просмотр, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока.